Большинство людей думают о Франции 18 века как о времени, когда королевские особы вели роскошный, экстравагантный образ жизни, в то время как простолюдины жили в обыденном убожестве. В принципе, эти люди в чем-то правы. Правы в том, что все жили в обыденном убожестве. До появления многих современных удобств, которые большинство из нас считает само собой разумеющимся, поддержание личной гигиены могло быть трудным и дорогостоящим удовольствием. Когда началась французская революция, она должна была изменить политический ландшафт страны и обеспечить больше прав для всех ее граждан, включая право на личную гигиену. Сегодня мы рассмотрим, какой была гигиена во времена французской революции. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал и дайте мне знать в комментариях ниже о гигиене, какой культуры вы хотели бы услышать в следующем ролике. Я надеюсь, что вы любите запах классического французского сыра, потому что сегодня на ужин подают именно его. Это история по-черному. Поехали! Классический туалет со сливным бачком был изобретен еще в 1596 году, но активно использовать его начали примерно в 1851. Утилизация отходов в революционную эпоху была все еще относительно примитивной, поскольку большинство людей использовали ночные горшки, надворные постройки или простую яму в земле. Опорожнение ночного горшка обычно подразумевало выброс его содержимого в окно, что могло быть добротной, импровизированной кучей навоза для любого проходящего внизу. Однажды, проходя по двору, Мария Антуанетта и ее невестка, графиня Провансальская, насквозь промокли от содержимого ночного горшка. Сакре блю! Хотя это и звучит довольно ужасно, но это было не самое худшее, что могло случиться с Марией Антуанеттой. Популярное заблуждение о короле Людовике XIV гласит, что он ненавидел мыться и за всю свою жизнь принял ванную всего 3 раза. Однако, на самом деле, Людовик регулярно содержал себя в чистоте, пользуясь турецкой баней, расположенной в Версальском дворце. Однако, простые люди Франции 18 века купались нечасто. Фактически, на протяжении большей части столетия подавляющее большинство людей не имело доступа к чистой воде. Но даже если бы они и купались, это не имело бы значения, потому что купание считалось вредным для здоровья. Большинство считало, что открытие пор кожи с помощью горячей воды приглашало все виды болезней в организм. Считалось даже, что телесная грязь служит защитным внешним слоем, защищающим человека от болезней, как вонючие и очень вонючие доспехи. Когда все же приходилось привести себя в порядок, большинство людей, конечно же, прибегали к мочалкам, но при этом использовали как можно меньше воды для того, чтобы омыть только лицо, руки и интимные части тела. Большинству людей купание было безразлично, а из тех немногих, кто это делал, почти никто не имел доступа к чистой воде. Так что, как вы можете себе представить, все пахли как дерьмо. Для многих единственное, что действительно можно было сделать, так это попытаться замаскировать запах своего тела духами. В начале 18 века духи считались своего рода лекарствами и изготавливались из широкого спектра ингредиентов, включая медвежий жир, мясо гадюки, пепел останков саламандры, легкие лисы, печень волка и что-то под названием масло червя. Нет, я даже не хочу знать, что это такое. Некоторые рецепты требовали драгоценных металлов, таких как золото и серебро, а другие требовали, телесных жидкостей. Человек будет тирать духи во все тело и даже расчесывать волосы. Но ты же понимаешь, что воняешь, когда обливаешься собственной телесной жидкостью, чтобы лучше пахнуть. К концу 18 века духи стали использоваться исключительно в обонятельных целях. Духи будут рассеиваться в воздухе с помощью горелок, и некоторые богатые граждане даже имели так называемые фонтаны духов в своих домах. Французская аристократия щедро тратилась на ароматы. Любимые ингредиенты Марии Антуанетты – апельсин, бергамот, лаванда, сандаловое дерево и ваниль. Люди, конечно же, пахли не лучшим образом, но помимо нечастого купания, были и другие побочные эффекты, которые вызывали еще большее отвращение. А именно вши. Сегодня вши можно легко лечить специальным шампунем, но исторически вши были ответственны за распространение таких эпидемий, как тиф. Чтобы бороться со вшами, французские аристократы начали брить головы и носить вычурные парики, в которых их обычно и изображали. Но это не сработало. Вши просто перекочевали в парики. Эти дорогие парики не были решением для большинства людей. А когда пришла революция, их стали рассматривать как статусный символ буржуа. На место париков новый режим пришли простые, короткие стрижки.
Французское слово «биде» в одной из своих трактовок означает «пони» или «маленькую лошадь», и слово можно отнести к тому, как человек должен оседлать чашу, чтобы использовать ее. Никто точно не знает, когда и где было изобретено первое биде, но известно, что некто Кристоф де Розье установил его в доме королевской семьи в 1710 году. Поскольку в то время не было внутреннего водопровода, самые ранние биде были простыми раковинами. Поскольку туалетной бумаги еще не было, людям приходилось пользоваться всем, чтобы попадалось под руку – листьями, кукурузными початками, травой, ракушками, газетами или даже собственными руками. Тем не менее, биде были любимы французской аристократией, и они в конечном итоге стали символом статуса. У Наполеона даже было серебряное биде, которое он включил в свое завещание после смерти. Серебряное биде? Вау, спасибо, дядя Наполеон! В 1769 году шотландский врач Уильям Бьюкенен опубликовал книгу «Домашняя медицина», в которой превозносил преимущество чистоты и призывал людей регулярно мыться. Несмотря на это, мысль о том, что купание полезно для здоровья, не сразу прижилась. Особенно во Франции. К 1780 годам французы были еще относительно новичками в понимании пользы купания. Даже те, кто принимал пользу купания, были ограничены в возможностях, ну если они не были богаты. Здесь не было водопровода, поэтому для получения воды требовалось добраться до ближайшего источника, который обычно был загрязнен или чем-то испорчен. Ограниченный доступ к воде для купания со временем оказался настолько критичен, что стал одним из мотиваторов французской революции. В 1793 году Комитет Национального конвента по охране здоровья даже объявил, что хорошая гигиена является основополагающим правом. Больницы во Франции 18 века были похожи на приюты для бездомных. Обездоленные люди, такие как сироты или пожилые бедняки, отправлялись туда за едой, кровом и бесплатной медицинской помощью. Условия в больницах, как правило, были ужасными. Здоровых людей, которым просто нужно было место для сна, помещали рядом с больными. Один французский хирург той эпохи по имени Жак Рене Генон описал состояние системы здравоохранения Франции как перенаселенное, антисанитарное и крайне уязвимое к пожарам место. Генон написал книгу, которая привлекла внимание к этому вопросу, и модернизация больниц стала одним из ключевых приоритетов революции. В 1700-х годах Париж был вторым по величине городом во всей Европе, где проживало 600 тысяч парижан, питавшихся багетами. Однако, без современной канализации это была просто гигантская выгребная яма с живущими в ней людьми. Простая прогулка по улицам города означала бы погружение по щиколотку в грязь, внутренности животных, промышленные стоки, кровь и в содержимое из ночного горшка. Только после того, как Наполеон III был коронован императором в 1852 году, город наконец решил построить современную канализацию и очистить свои улицы. Для некоторых людей Версаль – один из самых величественных дворцов, когда-либо построенных на этой земле. Но для людей, которые там живут, престиж был всего лишь тонкой оболочкой. Построенный на болоте, дворец почти постоянно ремонтировался с 1682 по 1789 год. Пыль и грязь были повсюду постоянно. Но настоящая проблема, однако, заключалась в том, что Версаль не имел особых удобств. На самом деле, из примерно 700 комнат, которые находились во дворце, только в 9 было что-то похожее на ванну. Ну, вы, вероятно, задаетесь вопросом, где же они делали все свои дела? Ну, 4000 или около того количества человек, которые там жили, обычно просто справляли нужду там, где им, черт возьми, хотелось. В коридорах, под лестницами, прямо как ваш пьяный сосед по подъезду. Короче, в основном везде. В 1764 году посетитель дворца описал его как восхитительную смесь мертвых кошек, мочи, экскрементов, забитых свиней, стоящей воды и комаров. О, Франция, c'est exquisite. Во Франции революционной эпохи тема менструации была строго табуирована, если только вы не были королевой. Менструальный цикл Марии Антуанетты был горячей темой для разговоров между послами и придворными. Рождение королевского наследника было главной обязанностью королевы, поэтому в основном все следили за ее плодовитостью. Гораздо меньше известно о подобной гигиене для лиц, не являющихся членами королевской семьи. В анонимно опубликованном словаре «Portatif des Arts et Métiers» 1700-х годов содержит описание средства данной гигиены под названием шофуа, состоящее из нескольких слоев полотна, которые свисали с ленты ткани, обвязанной вокруг талии. Шофуа использовались для контроля как менструальных, так и послеродовых кровотечений.
Впервые, появившись в 1495 году во время французской осады Неаполя, сифилис стал известен как французская болезнь. Возможно, что это прозвучало грубо. Медицина была тем, чем она была, и они не знали, как лечить данный недуг. И на самом деле лечение останется загадкой еще на протяжении 300 лет. В революционную эпоху наиболее распространенным средством лечения сифилиса была ртуть, которую можно было вводить несколькими способами, включая контакт с кожей, приоральный прием или, о боже, введение в уретру. О, привет, неизведанная болезнь, мы не знаем, как тебя лечить, поэтому будем пихать ртуть во все, что попало. Это было лекарство, которое явно было хуже, чем болезнь. Но они должны были попробовать хоть что-то. Первым лекарством, эффективным против сифилиса, стал пенициллин, который был открыт только в 1928 году. Несмотря на то, что прямое введение ртути в уретру достаточно вредная процедура для здоровья, люди 18 века обоих полов имели привычку носить тяжелый макияж, сделанный из свинца. Да, и женщины, и мужчины наносили на свои французские лица густую белую основу, а затем использовали ярко-розовые румяна, чтобы раскрасить щеки в виде круглой или треугольной формы. Свинец токсичен, что было фактически известно в то время. Тем не менее, французы повернули свои напудренные щеки к этой информации и продолжили его использовать в своем косметическом арсенале. Макияж раздражал глаза, разрушал зубную эмаль и вызывал облысение. В некоторых случаях это могло даже привести к летальному исходу. Учитывая общее состояние гигиены во время революции, вы, вероятно, уже догадались, что их стоматологии, как это говорят во Франции, «тремаль». На самом деле, дантисты той эпохи были в основном зубодробителями, и большинство людей, исходя из этого факта, позволяли своим зубам просто гнить. Даже у короля не было какого-то особого лечения зубов. У Людовика XIV, самого короля солнца, все верхние зубы были вырваны чересчур усердным дантистом. Говорили, что операция так сильно повредила ему небо, что всякий раз, когда король ел суп, он вытекал у него из носа. Поскольку у большинства людей зубы были гнилые, улыбаться было не принято. Многим современным людям трудно представить себе мир, где никто не говорит им, что они выглядят более привлекательно, когда улыбаются. Но в 1780-х годах французская художница мадам Биже Лебрен фактически вызвала скандал, нарисовав себя широкой ухмылкой на лице. На самом деле, улыбка стала приемлемой лишь к концу столетия. Первая стиральная машина была изобретена в Англии в 1780-х годах. Однако, ее стоимость была настолько высока, что позволить ее могли себе только частные учреждения или самые богатые дома. Большинство людей продолжали стирать вручную, что обычно подразумевало стирку одежды в реке и чистку ее камнями или стиральной доской. Мыло в то время все еще было в основном самодельным. Человек должен был кипятить животный жир, собирать золу из очага, делать щелочь, а затем соединять щелочь с жиром. Мыло получалось слишком твердым для человеческой кожи и в основном использовалась для стирки. Наконец, в 1790 году французский химик Николас Леблан открыл процесс, который облегчил производство мыла и сделал его более доступным для широких масс. Merci beaucoup, месье Леблан. Так что же ты думаешь, как бы ты жил в Париже в это вонючее время? Пишите в комментариях. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Это был Алик Черный. Всем пока.